Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Бачурина 13А. Обычно жители спокойно выходят из своего подъезда, но не в этом случае. Здесь, прямо над выходом из дома, висит огромная сосулька, которая может упасть в любую минуту на голову. А почему именно для детей? А для взрослых не опасно? Вот тут из старушек то больше, наверное, живет, чем детей. Что, для них не опасно? Согласитесь, такую сосульку сложно не заметить управляющей компанией. И она должна была быть убрана уже давным-давно. Ведь мелочь эта может рухнуть. Этот дом по Вачурин 13А привлек наше внимание не только угрозой сверху. По закону, мусорные баки должны стоять не меньше, чем в 20 метрах от здания. Здесь нет и 15. Кроме того, посмотрите на состояние этих мусорных баков. Они явно не подходят на роль экспериментальных мусорных площадок. Кроме того, местные жители говорят, что баки стоят прямо около дороги, и мусороуборочная техника не может их освободить из-за припарковавшихся машин. Мелочь, а стоит неправильно. Такое чувство, что весной у нас в городе вырастают не подснежники, а именно железные штыри арматуры. Вот такой же штырь мы нашли на перекрестке улиц Красноармейской и Ленина. Рукой его явно не убрать. Это значит, что любой человек, не смотрящий под ноги, обязательно получит травму. Никому не это. До этого нет дела. Мы будем надеяться, что коммунальщики прислушаются к нашим мелочам и устранят это препятствие. Ведь мелочь эта может покалечить. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «Атланта», улица Воровского, 4А. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – горнолыжный комплекс «Светлячок». До 30 марта прокат снаряжения бесплатно.